Ну, улыбающаяся морда. Прям пришло с тобой разобраться. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Devil May Cry. На этот раз вас ждет вторая часть 16-й миссии, где мы продолжаем карабкаться на жуткую демонскую башню Мундуса. Ну что же, погнали. Что она говорит? Floor 105? Skybridge? Yeah. 105-й этажик. А вот мы приехали. Кажется, ты немного перепутал, Данте. И я тебе за это немного неблагодарен. Ты не мог бы запоминать все в четкости, блин. Фух! Ключик взяли золотой. Еще у нас еще и две души. Нам бы еще как-нибудь заправиться, было бы вообще неплохо. Но, блин, к сожалению, нечем. Воу! Ничего себе. Жесть, ну и кубики. Так, теперь нам отсюда выбраться надо. Фу, выбрались. Воу! Ладно, я понял. Намек понят, хорошо. Идем в другую. Ничего себе, тут уже дыры какие-то появились. Жесть какая. Ладно, идем в другую сторону. Точно, никакого возврата назад. Зато зеленые личинки дадут мне здоровья как можно больше. Блин, я вот чувствую, мы сейчас заходим сюда. И... О, да, привет, друзья. А я по вам соскучился. Давай, рубай вас всех. Давай. Эй, какого хрена я тебя рублю, а ты уходишь из-под моего меча. Вот это я не знал. Таких вещей вытворяете, уроды. Давай. Давай, рубай вас всех нафиг, в кашу, в мясо вообще. Просто вообще в мусор нафиг. Ах ты, гадина маленькая. Мерзкая зараза. Ты чего нам устраиваешь? Ты чего нам устраиваешь, я тебя спрашиваю? Ты чего нам, блин, устраиваешь тут, а? Ты чего нам тут устраиваешь, а? На тебе, вот так. Другой разговор. Чё, все, кончились, уроды? Вот так вот. ХП теперь больше, чем было в начале, по-моему, если я не ошибаюсь. Да куда ты против меня, Данте? С моим дробовиком-то, а? Дробовик шикарен, ничего не скажу. Как там делается у нас фейерверк? Во, вот так, что ли? Что это такое? Оу, нифига себе. Так, а как там? Так, что ли? Чё-то не пойму, как фейерверк это делается. Оу, совет для продвинутых игроков. Двойная опека. Туда и обратно аквилы может использоваться для того, чтобы оглушить одного врага, пока вы заняты другим. Особо полезно против призрачных гневов. Да. Q плюс F. Да, действительно. Да ты сволочь! Слушайте, его бьешь, ему похер. Просто, ему просто пофигу, реально. Давай, ах ты сволочь. Давай. Да блин, ну просто жесть. Это, эти призрачные гневы, это просто ад какой-то. Честно. Просто жесть. Ничего сказать не могу. Давай.
Давай, руби, руби вас обоих, обоих вас. Просто, просто жесть какая-то. Как мы с вами справляться-то? Только так, только вот так вот. Да блин, ну... Завязывай уже, урод, урод ты, урод. Просто сволочь, сдохни. Фух. Фух. Блин. Очень жесткие гневы, просто, я не знаю. Ниндзя просто отстой, ни о чем вообще. Вот эти гневы, вот это да. Вот это я понимаю, взяли и исчезли нафиг. Так, где здесь миссии? Фу, миссии, что я говорю, личинки мои где? Фига нету, поднимайся наверх. Поднимайся, поднимешься тут наверх. Да вы что, опять мне все позакрывали. Куда идти-то? Ну, куда двигаться-то? О, ё-моё. Ну и чё? А, сюда, что ли? Так, а там чего? Я не привык идти сразу, куда мне скажут. Я привык осмотреться. Ну ладно, нечего тут осматриваться. Oh, no, you don't. Воу, 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 фу. Блин, а ведь могли захоронить, блин, меня тут. Так, что там у нас? Автомат какой-то големый. Давайте сломаем его. О, неплохо. Чё-то получили. Чё, опять, что ли? Да камон уже! Сколько ж можно? Просто какая-то жесть. Опять эта хрень. Давай, 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 вот так. И кулачками тебя сейчас пообрабатываем. Вот так. Отлично. Фух. Ну, это уже не такие сложные мобы. Это так, для разминочки. Для разминочки небольшой нам дали. Совсем для небольшой разминочки. Фух, что тут у нас обычное? Где зеленая? Хочу зеленую себе личинку. Стой какой-то. Что-то долгий какой-то уровень прямо. О, и что, и куда нам? Да, понятно. Куда нам? Бум! Опа! Куда мне там выдвигаться? Что там у нас? Ууу, ничего себе, тут мебель летает. Ну что, Вергилий, твоя очередь, да? Come on, Virgil. Hang on, Dante. Virgil, just be careful you don't trigger the tampering mechanism. Сейчас запустят, по-любому. Сейчас я пойду и... Да, ну конечно. That's bullshit. Virgil, you must not let yourself get dragged into limbo. Or you will lose your ability to hack the servers. If you are detected, it's all over. I can make it. Что? Что ты мо... Что? Нет! Нет, Данте, не заставляй меня это делать, Данте, я прошу тебя. Да это просто жесть какая-то, вы издеваетесь, что ли? Что? А-а-а, понял я все. Оу! Воу! Вот жесть, все, крышка нам. Нет, никакие... Я воспользовался сферой, я молодец, ладно. Прекрасно, уже начинаем фейлиться, ладно, я подожду следующего. Да что со мной не так? Все, жду. Да что такое, а? Фу! Блин, кошмар какой-то. Ой, опять ты. Сколько ж можно? Просто как вы меня все достали. И еще этот. Давай, 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 руби нафиг его. Как же вы меня достали. Как же вы меня достали. Хорошо, что кто-то тупит. Пока что мы тут развлекаемся с этим идиотом. Давай, урод. Играй. Ух ты, сволочь, просто мразь. Как ты меня достал. Давай.
На! Давай, ну, не хочет. Офигеть, он отражает наши удары. Давай, урод. Промазал. Отпрыгиваем. На. Блин, только два удара по нему проходят нормально. Промазал опять. Ух ты, сволочь! Ну, капец вообще. Так, давай, рубись ты. Рубись. Эх ты гад, а. Достал меня уже, честно, просто. Достал он меня, ребятки. Просто дико достал. Фу. Блин, и опять эти лазерные лучи. Ну, ё-моё, ну лучше вы ничего придумать не могли. Ну, в самом деле. Просто, как эта аркадная хрень надоела. А, отлично, я думал, тут их нет. Нет, они везде есть, долбанный коридор. Встретит он меня, не встретит он меня нигде. Блин, жалко я сферу потратил, честно. Как жалко, конечно, она стоит просто дохренища. Сейчас-то мы, конечно, купим. У нас будет сколько этих сфер? У нас будет, да, у нас их теперь 2 из 3. Хорошо, 784. Так, малая звезда у нас есть и большая у нас есть. Ну, в принципе, все нормально, если не считать, конечно, что у нас сфер нафиг недостаточно. Так, я хочу сходить туда, посмотреть, что там. Надо было, конечно, сразу это сделать. Да, здесь личинки и душа. Как раз для тех, кто спешит бежать вперед. Но мы-то не такие, правда? Хотя, может, и стоило. Миссия уже, да, затягивается. Долго-долго идет. Ну, я думаю, сейчас встретимся с Вергилием, и уже как бы все будет. Хотя, зачем нам дали что-то покупать? Наверное, под замес тут последний. Туда нам? А там чего? Нет, тут дверь закрыта, понятно. И ни одной зеленой личинки. Вот вы жлобы, прям вообще кошмар. Сюда. Вот, еще личиночки. А вы говорите сюда. Ну что такое? Давай, пошли, что там? Seems you underestimated Kat. I didn't. You really care about her. About all of this. You once said you didn't give a shit. Here, Dante, take this. I took it off a security guard. Might look like a taser in the real world, but it's a powerful demon weapon in Limbo. Thanks. О, вот это клёво. Электрошокер. Разблокировано новое оружие. Электрошокер. Стреляет взрывающимися электродами, которые застревают в теле врагов и могут быть впоследствии детонированы вручную. Клёво. Ладно, погнали. Выберем электрошокер. Где-то у нас чего? Западный мост, ведущий к крылу. Ну, погнали. К мосту, ведущему к крылу. Где бы он там ни был у нас. О, да. Что, новый моб? Давай, не стесняйся. Нажмите, чтобы выстрелить электродами. Спейс, чтобы взорвать. Ну, я нажал. Да что такое? Не взрывается ни хрена. Короче, проще вот так вот зарубить его к чертовой матери, и все, достал меня. Он только стреляет, а не делает ничего. Ну, почему не... Нет, он только стреляет. Я ничего не делать не могу. Чего он не взрывается-то? Давай, взрывайся, ну. Чего я не понял? А у него еще снаряды кончились? Не, он не хочет взрываться. Я нажимаю, но... Наконец-то! Просто эти комбы невозможно делать на клавиатуре. То есть, вот это вот...
нажатие порой совместное, оно нифига не получается. Иди сюда, мразь. Достали вы меня, мелочь пузатая, поганая. Да, с этими... Вот только вот так вот вместе долбить как-то и пытаться нажать. Потому что плюсовать что-то одно к одному не получается. Совершенно не получается у меня. Короче, взял я свой дробаш любимый и саданул ему в лицо. Вот и все, вот так и надо решать данные проблемы. Не парясь, не спеша, просто саданул в лицо с дробаша и готово. Я там... О, личиночка. Че не зеленые-то, а? Нету зеленых? Душа там еще. Че это у нас душа такая на халяву стоит? Или нам не сюда надо было? Да, нам, наверное, не сюда надо было. Вот тут у нас и душа, и личинки тут же. Всего нам тут понадавали. Куда тут дальше? Опять, что ли, надо это нам по этой херне прыгать? Че закрылось-то? Открывайся. Во. Да ты, надпись. Давай. Уцепились, залетели. Пролетели. Залетели, долетели. И все. Пять этажей ада. Надеюсь, у тебя получится. Ну, пять этажей ада, блин, это действительно жестко. Давай, разрубай. О, аквила шикарная моя. У нас еще здесь и дверка есть, но мы ее не можем открыть, у нас медных ключиков не хватает. О, немножечко паучков у нас здесь. Хорошо. Прекрасно, идем дальше. Фу, пять этажей ада. Какой это уже? Что со счетчиком? Что-то его заклинило на 666. Ну, наверное, все-таки действительно тут будет 666. Как и задумывался. Еще и музычка веселая играет. Это еще что за жесть? Опять килл Данте? Ребят, вы прямо... Воу, здоровяк! Совет для продвинутых игроков. Подавитель ярости. Электрошокер чрезвычайно полезен для подрыва обороны противника. С помощью 4 электродов даже можно подавлять яростное состояние врагов. А, ну, в принципе, мне-то понятно. А вот... Давай. Давай, 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 давай. Вот так. Опа. Где еще одна гарпия? Я знаю, она где-то здесь. Иди сюда, я сказал. Так, он на меня смотрит. Он на меня бежит. Я отпрыгиваю. Давай, 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 давай. Отпрыгнули. Поударяли. И опять свалили. Давай, давай, давай. Опа, и разлетелся в ответ. Ой, опять ты. Дрековац. Что за дриковац? Улыбающаяся морда. Прям пришло с тобой разобраться. Дриковац, блин. Давай, давай, красная рожа. I melt you, fly. Да, ух, черт, я чувствую, он меня сейчас make cry. Долбанный дриковац. Ах ты, гад, пришпилил меня. Сволочь, иди сюда. Как нам до той личинки добраться? Вот это меня интересует. Блин, я его подтянул, а потом оттолкнул. Полетели.
Ну, дриковаться, давай, не суетись. На, на, на! Блин, злой ты, конечно. На, на, на тебя в харю в твою поганую, ах ты мразь. На, на. На, как тебе это? Давай, 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 вот так. Печара. Фу, убили его. Как раз нам ХП надо было пополнить. Так, а теперь чего? Воу, кажется, нам надо спешить. Потому что здесь все может... Скоро! Ну, Данте, ну, Данте, ну, не огорчай ты меня так. Не огорчай ты меня так, не огорчай. Что, куда? Я не... Ух, дотянулся, слушайте. Я думал, не дотянется. Что? Почему? Блин, ну вы даете. Я просто даже не понимаю, почему я про это продул. Не понимаю, почему меня заставляют. Бум! Добро пожаловать домой, Данте. В твоем доме нужно сделать большую зачистку и выгнать оттуда этого урода. Ну что же, миссия вот такая у нас длинная, 28 минут, жесть какая. Очень долгая миссия. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка под видео. Всем спасибо, с вами был Гидон, и до следующей миссии.